Сколько народу. Вот тарелочки добери. Тарелочки. Ну, бери тарелку, чтобы найдем. Друзья, всем привет. Мы находимся в Джаз-Фонаре. Шарм-эль-Шейх-Египет. Для тех, кто не любит смотреть долгие ролики, я хочу сегодня вам показать, как выглядит ужин в Джаз-Фонаре. Что есть на ужин? Помидорчики с луком, салатик. Возьми на меня тоже. Так, что тут у нас еще? Что тут люди берут? Какие у нас? Что-то это огурчики, да, бери огурчики, я люблю огурчики. Салатик, соусы, пасты, листики. Хабиби. Хабиби. Хороший парень Хабиби. Паэлья. Рис с морепродуктами. Говядина. Веллингтон, тушеные овощи. Что у нас, очередь такая? Что там жарят такое? Очередь. Куриная моцарелла. Вкусно? У нас оливки, приправы. А, креветки. Там жарят тут креветки. Креветки, да нет. Паста, креветки. Сейчас покажу. Лазанья с морепродуктами. Сегодня у нас какой-то морской день. Рыбный. Какие есть пирожные и торты. Там зачем очередь стоит? О, а мы говорили, яиц нету, а вот и яйца. Правда, шоколадные. Девчонки кушают. Какие там пирожные? Почему-то Дед Мороз. Новогодние. Что тут? О, сегодня арбуз дают. Вот это да. Вот это да. Арбуз. Арбуз. Красиво арбуз. Возьму, пока никого нет. Арбуз, а по-египетски как? Как? Арбуз русский, а египет? Как? Арбуз. Обалдеть. Давай еще чуть-чуть. Две персон. Спасибо. Что из фруктов? Яблоки. Пирожные. Ой, какой сегодня вкус. Нету никого на мясе, нету мяса. Это индейка. А рыбий кардиган, это что такое? Ой, надо что-то взять, это что-то интересное. Да. Только куда положить? А я себе положу. Давай, давай.
Я этого хочу. А, давай. А его нет, блин? А вот это что такое? Ну так это то же самое, тоже жареная индейка. Так вот же у него нарезка. Жареная индейка. Спасибо. Картофель по-восточному. Так, что тут у нас? Желтые линзы. Это что такое? Я не знаю. Тут что у нас? Саусек. Кебабаб. Овощи вареные. Мороженое. Вкусное мороженое. Ням-ням-ням. Накладывай. Клубничное, белое, шоколадное и манговое. Соки есть по $4 платно. Натуральные вам выжмут. А остальные, если все включено у вас, то бесплатно. Так, куда у меня Евгений там ушел? Куда? Куда столик ушли? Какой? Вот этот? Ну, пошли, он уберет наш любимый столик. Да, вот так ужин снимаем. Взяли супчика, мяска, арбузик сегодня, креветки жарят. И закончились тарелки. Пасту не взяла, рыбу не взяла. Вот то, что есть, то и кушаем. Вот уходим, возьмем. Ну вот мы и поужинали. Осталось у нас hello. Тарелки пустые, а это значит, что было все вкусно. Мороженое здесь просто обалденное. Это клубничное и манговое. Прям натуральное, как в Турции, как из козьего молока. Все было вкусно. Все было четко. И я бы сегодня из 10 баллов поставила этому ресторану 10 баллов, потому что были и креветки отменные. И в последний момент я попробовала скумбрию. Тоже была вкусная, обалденная. И арбуз покушали. Ну, в общем, сегодня покушали всего. И пирожные, и даже яичко пасхальное было брали. Так что всем пока и до новых встреч. Оставайтесь с нами. Это была Наталья и Евгений. Шарм-эль-Шейха, отель, где у нас? Джаз Панара. Джаз Панара.